Здравствуйте! Сегодня мы поговорим, как найти относительную молекулярную массу вещества. Почему она называется относительной? Потому что массы молекул очень малы. С такими цифрами работать невозможно. Решать задачи очень трудно, практически невозможно. Поэтому все массы молекул и атом сравнивают с каким-то определенным значением. В данном случае с 1/12 массы атома углерода 12. И такие уже массы называются относительными молекулярными массами. То есть, если говорят, что относительно молекулярная масса воды равна 18, это значит, что молекула воды 18 раз тяжелее, чем 1/12 массы атома углерода. Более проще можно это все объяснить таким образом. Все вещества у нас состоят из молекул, а молекулы, в свою очередь, состоят из атомов. Если представить, что абрикос, который я держу в руке, это молекула, то в данном случае молекула будет состоять, посмотрите, из трех атомов, из двух половинок абрикоса и одной косточки. Значит, чтобы найти массу молекулы, массу абрикоса, я должна сложить половиночки абрикосов и одной косточки. На примере химического соединения это выглядит так. Значит, относительно молекулярной массы записывается буквой МР. МР, ну вот наш абрикос, скажем, H2O, молекула воды. Она состоит из двух атомов водорода, двух половинок абрикоса, и одного атома кислорода, то есть косточки. Значит, чтобы найти массу этой молекулы, мы должны просто сложить эти массы атомов. Эти массы атомов обозначаются буквой AR и называются относительной атомной массой. Где они берутся? Они берутся в таблице Менделеева. Находите в табличке значок H, атомная масса, атомная масса водорода. Значит, надо взять атомную массу водорода и умножить на 2. Прибавить. Потом у нас идет атомная масса кислорода. Итак, смотрим в табличку. Атомная масса водорода у нас 1. Умножаем на 2. Плюс атомная масса кислорода 16. И получается 18. Таким образом, МР молекулы воды равняется 18. Просмотрим, как вычисляется относительно молекулярная масса натрий-2СО3. Натрий-2СО3. В задачах нам не обязательно писать такую полную запись, поэтому можно сразу посчитать. Просто нужно иметь под рукой таблицу Менделеева. Или же в задачах уже будут даваться готовые вам АР, атомные массы. Значит, натрий ищем в табличке в первой группе. Натрий у нас 23. Таких натрия у меня 2 атома, значит, я умножаю на 2. Перехожу к углероду. Плюс углерод С, 12 атомная масса, плюс О, 16. А так как таких О у меня 3 атома, то 16 умножаю на 3. И если все это посчитать, получается 106. Более сложнее молекулу рассмотрим. Найдем относительную молекулярную массу МР кальция OH дважды. Опять смотрим в таблицу Менделеева, ищем кальций. У кальция АР 40. Ставим знак плюс. Потом скобка у нас идет, и мы ставим скобочку. Потом идет значок О. Ищем в табличке О. 16. Переходим к водороду. Плюс. АР водорода 1. Скобка. И мы ставим скобочку, закрываем скобку дважды, то есть все это умножить на 2. Получается 74. Вы можете сами определить значение относительно молекулярной массы кальция СО3 и более сложную молекулу МР возьмем, алюминий 2, СО4 трижды. И если у вас значения совпадут записанными на доске, МР кальция СО3 должна быть равна 100, алюминий 2, СО4 трижды должно быть 342. Значит, вы освоили этот материал.